сдавайтесь пространство и время. Куда вам тягаться с отвагой в сердцах и умах? Еще ни в одной теореме не вычислен был человеческих крыльев размах. Пора, раскрывается тайна, за морем туманностей гавань маячит вдали. По звездной вселенной Эйнштейна плывут корабли, смельчаки, работяги Земли. В Калуге на традиционные чтения, посвященные разработке научного наследия Константина Эдуардовича Циолковского, собрались представители космической науки и техники. Среди почетных гостей герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Юрий Романенко, которому были вручены диплом и лента почетного гражданина Калуги. В этом году чтения проходили в дни, когда продолжал свой полет научно-исследовательский орбитальный комплекс «Салют-Союз». И естественно, что проблема орбитальных станций была одной из ведущих тем. Наши летчики-космонавты давно уже ставят целый ряд интересных экспериментов, направленных на развитие космической индустрии. И на чтениях Циолковского целый ряд докладов был посвящен этой интересной проблеме. Развитие космонавтики с каждым годом будет приносить все больше и больше пользы нашему народному хозяйству, будет служить каждому советскому человеку. Участники чтений присутствовали на открытии бюста дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Алексея Елисеева, на его родине, в городе Жиздра, Калужской области.